Добрый день. Сегодня мы поговорим об одной из услуг, которая оказывается на сервисном центре на Новиково Прибое 4. Начался дождливый сезон, и все автомобилисты ощущают на себе некоторый дискомфорт при вождении в дождь. Заключается он в том, что на лобовое стекло и боковые стекла автомобиля садится вода, образует пленку и затрудняет обзор из автомобиля. Особенно это ощущается в темное время суток. Появляется так называемое северное сияние, когда встречный свет от встречных фар рассеивается настолько, что ослепляет, даже если эти фары отрегулированы достаточно хорошо. Но есть решение этого. Решение такое. Можно нанести специальный состав, который основан на керамическом составе. Называется он антидождь. Принцип его работы таков. Нанесенный на стекло, он уменьшает адгезию материала и предотвращает прилипание к лобовому и боковым стеклам воды. Сейчас я продемонстрирую это на автомобиле. Поливая обработанную часть стекла и необработанную, мы четко видим разницу. На обработанной части стекла вода скатывается в шарики и слетает с лобового стекла полностью. Это так называемый эффект антидождя. Данная услуга доступна на Новиково Прибое 4 в сервисном центре. Стоимость ее от 950 рублей. Отмечу, что немаловажно. Мы даем гарантию на эту услугу от 4 до 6 месяцев. Спасибо.